Древний Рим. Одна из ведущих цивилизаций древнего мира и античности. Пика своего могущества Рим достиг во втором веке нашей эры, когда под его контролем оказалось пространство от Британии до Эфиопии. Именно в это время на свет появилось самое загадочное писание в истории человечества. Оно было написано 10 учеными того времени, каждый из которых находился на разных уровнях постижения нашей реальности. Объединив свои познания, они смогли зафиксировать и описать их в виде книги. Книги Зоар. Если бы эти рукописи стали достоянием общественности, это привело бы к краху Римской империи и совершенно иному развитию нашего мира. Задачей 10-го легиона было перехватить эти свитки и доставить в Рим. Но все пошло совсем не так, как было запланировано. Прекрасно. Вот ты и пришел в себя. Позволь взглянуть на твою ранку. Откуда я тебя знаю? Может быть, из прошлой жизни, а?
Иерусалим. Верни святых в Иерусалим. Medicus dixit memorium palatem restituto medi. Tu legatus es maximus. Decimum legionem imperium Romani duces. Et statim tibi dicibem cum hoc bonum nelicuit non bonum esse. Caesar omnem legionum vic non miserit. Non necessere docte cum aducere. Salimos a rebelio est. Rebeles amarillo popinquent. Est. Solo tibi parebunt. Это был сон? Давно вы уже все закончили. Что закончил? Кто ты? А кто вы? Кто эта женщина в вашей постели? Вам знакомы эти стены? Вам нужно вернуть вот эту штучку туда, где вы ее взяли. В Иерусалим. И тогда к вам вернется
память. Сделайте, будьте так любезны. Верните свиток. Хотите вы этого или нет, но рано или поздно вам все равно придется это сделать. Так зачем же затягивать? Лучше самому идти. Чем тебя туда будут палкой гнать, как осла, с красной отростка жопой. Тупое животное, жалкая тварь. Кровью мочиться будешь, дрянь, честь! О, Боже, простите. Вырвался. Простите, Бога ради. У вас мало времени. Уходите через туннель. Держите. Дверь в туннель справа от входа. Удачи. Est-il arrivé? Nous l'avons trouvé dans le tunnel. Il était inconscient. Il n'avait pas le manuscrit. Où est le manuscrit? Où est le manuscrit? Le manuscrit. Tu l'as apporté. Où est le manuscrit? Je ne sais pas. Que veux-tu dire par je ne sais pas? Il va mourir à cause de toi. Sarrasin! Взгляните на это. Делаешь? Это очень дорогая вещь. Венецианское стекло. Между прочим, очень модная нынче штучка. Кто ты такой? Кто я? Я это ты. Вы сейчас спите. А я это вы. Только по ту сторону сна. Пытаюсь вам помочь проснуться. Верните свиток в Иерусалим. И тогда все встанет на свои места, и вы все вспомните и поймете. Что это за свиток? Знаешь, в каждом существует некий внутренний механизм, внутреннее я,
Но оно сейчас находится в таком спящем состоянии. Люди думают, что вот это жизнь. Жизнь. И даже не подозревают, что спят. Так вот, в нем есть код. Если ты правильно его читаешь, то таким образом ты запускаешь этот внутренний механизм и выводишь себя из сна на совершенно иной уровень бытия. Ты находишься в состоянии куколки, из которой должна вылупиться бабочка. Объясни мне, я ничего не понимаю. О чем ты говоришь? Тебя проводит испанец. Он покажет тебе путь. Будь осторожен. Куда? İspanyol kaçmış. Nerede lan? İskeleden kayıkla kaçmış. Karanlık, görünmüyor. Susun! Dinleyin!
Спасибо тебе, друг. Спасибо. Ты сделал меня самым счастливым человеком на свете. Ты даже не представляешь, что это такое. Что вам всем от меня нужно? Нет, друг, не надо, я друг. Что это за свиток? Отпусти. Что это не буквы? Эти символы, ты хочешь связаться с следующим измерением, единым пространством. Пожалуйста, не надо, я говорю правду. Попытайся пройти сквозь буквы внутрь. Главная сила этого сгодит. Смотри. Перешёл до мальга галиф луфей. Бедиру ала буцина де кардинута. Венафико стим дистиму мерейша. דה אין סוף קוטרה בגול מנעיץ באזקה לא חבר ולא קם לא סומק ולא ירוק ולא גוון כלל вдруг меня охватил страх ужас что-то невыносимо тяжелое сжимало меня со всех сторон давило на меня я подумал что я умираю Пространство бесконечной любви, океан, тепло, и в ответ на это из меня изливалось прежде мною никогда неведомое. Что-то уронили.
Что тебе нужно? Я не солдат. Я случайно сюда попал. Попал я. Я не должен быть здесь. Помоги мне. Почему ты одна? А я не одна. Скоро муж вернется. Чего жевать-то перестал? Не вернется. Его как на войну забрали, больше я его не видела. Почему мне помогла? А чего ж не помочь-то? Человек же. Сейчас выйдешь, к обеду будешь в город.
нашел меня? Я вас не знаю, добрый человек. Ты меня не знаешь? Я прошу, 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 жена, я прошу, пожалуйста. Хорошо устроились, а? Ну да, надо же себя как-то побаловать. Ну и как она? А что у вас с лицом? Вы как будто не рады меня видеть. Ну что, вы готовы? К чему? Как к чему? Двигаться дальше. Я остаюсь здесь. Если останешься здесь, быть беде. Будут страдать все. И ты, и она. Я хочу спокойной, нормальной жизни. Это не жизнь, Макс. Это ложь. Тебе только кажется, что это настоящая жизнь, потому что ты не помнишь другой. Ты любишь эту девушку. А что ты любишь? Это молодое, красивое тело? Но это тело, это временное облачение. Одежда. Так что ты любишь? Кого ты любишь, Макс? Бедные люди живут лишь только ощущением собственного тела и тратят на его обслуживание всю свою жизнь. Это как если бы ты, Макс, завел собачку, и все твои мысли были бы только о ней. Заботился бы о ней, кормил, поил, забыв о самом себе. А потом и вовсе стал отождествлять себя с этой собачкой. Представляешь, Макс? А? Тело — это не ты, это собачка. Исчезни из моей жизни. Слышишь? Исчезни! Дверь на засов. И никуда не выходи, пока я не вернусь. Я же предупреждал тебя не появляться мне более на глаза. Ты что, не понял меня?
Милый, верни свиток. Я так рад, что мы снова вместе и что вы согласились. Наконец-то. Можно вас попросить ко мне? Сюда. Подержите вот здесь, пожалуйста. Пальчик. Здесь, возьмитесь. Синематограф. Новейшее изобретение человечества. Смотрите. Я вам сейчас кое-что покажу. Макс, это просто фильм, пленка, там ничего нет, экран, ткань, отражение. Только тогда это было для тебя по-настоящему, а теперь ты смотришь на это со стороны. Честно говоря, все, что с тобой происходит сейчас, это тоже фильм. Вот все вот это. Я бы назвал это так. Синематограф совершенный.
Я и раньше объяснял тебе это. Убирал слова, искал пример. И вот нашел. Пример. Неужели сейчас непонятно? А что я должен был понять? Ты должен сыграть роль. Правильно сыграть роль. И тогда хороший получится фильм. Жизнь хорошая. И режиссер будет доволен. Играть. Играть, конечно, играть. Ты что? Ты облачаешься в тысячи жизней. Ты проживаешь их. Ты король, ты раб. Ты рыцарь, ты предатель. Ты славный юноша. И ты убийца. Ты включаешь в себя весь мир. Открываешь в себе все вселенные. Ты смеешься и плачешь. Обретаешь и теряешь. А? Жуть. Это жуть. Жуть. Конечно, жуть. Но интересно, жуть. Страшно. Жуть. Здорово, жуть. И вы знаешь, вот до последней минуты так. Вот были бы силы до последней минуты. Вот чтобы самую последнюю минуту рвануть, чтобы сердце разорвалось. Только не дряхлеть. Вот так жить. Понимаешь, так, вот таким образом. И тогда это наполняется жизнью, внутренним творчеством. И ты выходишь на новый виток. Игра с ним. И тогда уже не важно, герой ты или злодей. Ты с ним. С кем? Одних лишь богачей, и уж тем более моральные догмы и идеалы. Что происходит? Революцию делают. Я надеюсь, что у тебя все получится. Свиток в столе. Ну, шапку тебе.
Да. Через 10 минут на центральной площади вас будет ждать связной. Номер машины. Кто он? Кто он? Ну, в прошлый раз ты мне говорил о нем. Кто это? Тот, кто все это создал. Весь этот фильм. Театр. Высшая сила, высшая мысль. Поле, охватывающее все, Макс. Помнишь синематограф? На пленку светил свет, в результате была огромная проекция на экране. Но вся информация, картинка, она на пленке, а не на экране. Понимаете? Так же и вы. На вас воздействует эта сила, а вы видите свое отражение, свою проекцию снаружи. Вы как бы смотрите на себя со стороны, смотрите фильм о самом себе. То есть это иллюзия, что есть что-то вне тебя, напротив. Не твое, чужое. Это все ты, Макс. Понимаешь? То есть все эти стены, растения, животные, люди, галактики, все это ты. Я более не желаю слышать твой бред. Это сложно, Макс. Я вас понимаю. Нет. Ты ничего не понимаешь, маразматик. Вы же помните, что с вами происходило всякий раз, когда вы пытались свернуть с пути? Зачем тебе все это нужно, скажи мне? Макс. Чего ты добиваешься? Пожалуйста. Я пришел тебе помочь. Сойти с ума? Ты издеваешься надо мной. Издеваешься, да? Но на этот раз у тебя ничего не получится. Я лишаю тебя твоей миссии. Макс. Ты это я. Я! Это я! Тебя вообще не существует! Ты плод моего больного воображения! Ты раковая опухоль в моем мозгу! Ты причина всех моих страданий!
gehen, weiter gehen, nicht stehen bleiben. Schneller, schneller, weiter gehen. Komm, Leute, geh doch schneller, schneller, schneller. Vorwärts, schneller. Weiterlaufen, weiterlaufen, weiterlaufen. Ну, как мы себя чувствуем? Где? Вы дома? Развяжи меня. Как же? А ты потом тяжелым предметом по голове. Это какая-то ошибка. Все так говорят. Но ничего, доктор поможет. Вы знаете доктора? Конечно. Его тут все знают. Где он? Федор Аркадьевич Пирогов, ваш лечащий врач.
Ну да. Развяжите меня, пожалуйста. Давайте так. Вы мне все расскажете, а я вас развяжу. Перебросила к нам после того, как вы убили доктора и сожгли свиток? Да. Следующий виток. Что же нам делать? Я не знаю. Я знаю. Я знаю. Я знаю, что делать. Не прячься, я вижу тебя. Проводите товарища профессора. Не надо уколов. Я сам. Макс, сколько ты еще нас будешь радовать? Все еще пытаешься добраться в Иерусалим? Кто вы? Ладно, иди отдохни. Проводите нашего друга в палату. Помощь не нужна? Нет. Точно не нужна? Нет. Теперь ты мне расскажешь, откуда пилочку взял. Ты меня помнишь? Россия, революция. Минуточку. Документы есть? Вот Макс!
Пошли. Больным такую музыку. Они же от нее с ума сходят. Ты еще раз поставишь, я тебе эту кассету в задницу засуну, понял? Понял. Пошел вон, болван. О. Другое дело. Дяденька, извините, пожалуйста. Вскрытие провел я на четверку. Ведь мог же на пятерку провести. От злости я втыкал в тебя отвертку. Санитары говорили, провести. Потом внутри я в тебе копался. Но только сердце не нашел я с пеной глаз. Но и органы и голову не бывался. И радовался, нет тебе между нас. А только ты ходила здесь кругами. Повторяла, что тебя я не люблю. У меня сегодня день рождения. В гости на 43. Твоей маме. Слабость реальная. А так лежишь ты на столе, нога, листая свежевыбритым лобком. И я тебя с любовью вышиваю болгарским фиолетовым крестом. У тебя небольшой провал в памяти. Это побочное действие лечения. Но скоро она восстановится. Какое лечение? Буду с тобой откровенен, Макс. Тебя доставили к нам 6 месяцев назад с острым психозом. Ты утверждал, что тебе необходимо найти какой-то свиток Зоар и вернуть его в Иерусалим. Ты добровольно, Макс, добровольно согласился на лечение. То есть вы хотите сказать, что все, что происходило со мной, этого не было? Ты вел дневник, и твое воображение рисовало все эти образы. Ты жил этим, Макс. Лечение усиливало галлюцинации. Нам нужно было выявить очаг. Но скоро галлюцинации пройдут. И ты сможешь жить, как прежде. Держи, полный здоровый человек!
Тебя зовут Максим Леонидович Чехов. Ты родился в 1968 году. Работаешь инженером. У тебя есть дочь. Жена. Вероятно, ты хочешь встретиться с ними. Я тебе эти трусы на голову одену, болван! Алло, Людочка? Олег Моисеевич, мне к вам зайти. Да-да. Уже бегу. Спасибо. Человеку свойственно доверять самому себе. Поэтому мы с тобой его и выдумали, похожим на тебя. Это называется метод связного. В сознании пациента вводится образ, который позволяет ему выбраться из кризиса. Всякий раз, когда ты сильно погружался в себя, появлялся доктор, помогал тебе выбраться из этой ситуации. Но теперь Максим тебе не нужен. Добро пожаловать в реальную жизнь. Привет. Ты как? Хорошо. Видела Лену с Сережей. Передаю тебе привет. Обещают, что скоро тебя навестят. Вот.
счастье где-то рядом. Я так больше не могу. Он постоянно меня преследует. Может и темными ночами, может оказаться с нами, только лишь друг друга береги. Ты видишь? Ты видишь? Зачем грустишь, друг ты мой суровый? А так скажи, скажи хоть слово. Арабика. А я в ответ напою простого. Растворимый. А если любишь, то скажи. Помните синематограф? Свет светил на пленку, и получалась такая большая проекция на экране. Но вся информация, она была на пленке, а не на экране. Откуда ты это знаешь? Не ори, тихо, понял? Откуда ты это знаешь? Вы же мне об этом рассказали. Вы не помните? Угостите сигареткой, пожалуйста. Кто я? Я не знаю, кто я и откуда. Как я оказался в этой пещере? Когда я снова открыл глаза, то увидел римского легионера, державшего горящий факел, яркий свет которого отражался в металлических доспехах. Меня волокут по трапу наверх. Ноги задевают за одну из ступенек. Испанец отдал команду, и меня вышвырнули за борт. Теплая соленая вода мгновенно охватывает меня, заливает лицо. Я начинаю задыхаться. Темнота. Я отбросил топор. Выхватил ружье из ее рук. Выронив подстреленную утку, она кинулась мне на шею, заплакав, как ребенок. «Я всего лишь хотела приготовить тебе горячий ужин», — растерянно произнесла она, уткнувшись мне в грудь. Впервые я почувствовал, что я кому-то нужен. Обожаю эту твою фотку. Ты такой милый.
Ты такая красивая. Любимая. Слушай, может, рванем куда-нибудь? Подальше отсюда. Скоро будешь дома. О, натюрморт с фазанчиком. А это ты мышку нарисовала? Ну, папа, и где ты тут видишь мышку? У него ключи! Ключи у него! Отделите! Стой! Стоять! Стоять! Дай мне все ключи сюда! Держи его! Стоять! Не, Олдо. Испанил качество. Винами? Вину. Надеюсь, в этот раз у него все получится. С вами молодежная передача «Под другим углом», ее постоянный ведущий Савелий Марин. А с нами сегодня необычный гость, точнее гости, Семен Семенович Ветлицкий, ученый, физик. И с вашей супругой Маргарита Михайловна. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Вы знаете, совершенно недавно наш редактор нашей передачи случайно наткнулся на вашу статью в журнале «Наука и жизнь», где вы делитесь личным опытом клинической смерти. Остается, но материальных ощущений нет, они отсутствуют. А что же присутствует? А присутствует только ощущение именно вот безграничной любви и желание отвечать такой же любовью на любовь, которая распространяется на тебя, и вот желание тоже отвечать на эту любовь. И вот в этом океане или в море любви тебе и хочется существовать. То есть получается сразу же слияние в единое целое тебя и внешнего окружения. Хотя нет ни тел, ни каких-то личностей, ни каких-то имен, ни каких-то богов там или ангелов, еще нет ничего, просто есть некоторое, как говорят сегодня ученые, информационное поле. Это информационное поле несет в себе информацию любви, гармонии, совершенства, а ты в этом поле уже вписываешься как его неотъемлемая часть, как единое целое. Удивительная на самом деле история. Но, тем не менее, пришло время перейти к вопросам наших телезрителей. Я уверен, что накопилось их уже немало. Чего надо? Извините, мне нужно срочно позвонить. Иди нахрен. Алло! А
Здравствуйте, представьтесь, алло. Пожалуйста. Вы в эфире, алло? Меня слышно? Алло, вы в эфире? Алло, алло. Алло. Я вас не слышу, алло, алло. В последнее время меня преследует странное ощущение, что... одних идиотов. Джимми Хендрикс. До тех пор, пока вы будете находиться здесь, а я надеюсь, это будет очень долго, вы будете вести себя соответственно правилам этого учреждения. Всем клизмы. Ну что, Макс, нас можно поздравить. Завтра домой. Да. Благодарю вас, я как будто заново родился. Ну, что вы, что вы. Второй век нашей эры. Вот уже 180 лет Иудея стонет под властью Рима. Для подавления восстания Цезарь послал в Иерусалим своих лучших легионеров. Но по дороге их ждал отважный стрелок Авраам, который одной стрелой мог поразить сразу пятерых противников. Повстанцы затаились на склоне и по команде все как один устремились в атаку. Кто-то упал, кто-то оступился, кто-то даже хихикал на бегу. Многие бежали с опаской, стараясь не порезаться, а свои же острые мечи. Я слышал, вас выписывают. Come on!
Садись. Съешь апельсинку. Галлюцинация. Это тебе профессор сказал? Он где жил сам? Куда все подевались? Сам виноват. Понапридумывал себе. Жена красавица, дочка умница. Банальщина. Было бы что-нибудь поинтереснее придумать. Тогда еще, в самом начале, когда Рим правил Иудеей, столкнулись два мира. Два мировоззрения, две философии – Рима и Иерусалима. Ты возглавлял легион, задачей которого было найти и уничтожить свитки Зоар. Они противоречили римской доктрине, основанной на материальном развитии человечества. В свитках описывался иной путь, который являлся угрозой развития Рима. К счастью, Зоар вовремя переправили в безопасное место. Тебе лишь удалось перехватить часть, этот единственный свиток. Ты знал,
что он обладает скрытой силой и попытался воспользоваться ею в собственных интересах. Поэтому потерял память. Как я попаду в Иерусалим? Go. Lantel, come in. This is Foxhead. Radio check. Over. Copy, Foxhead. Over. Entering tunnel sector. Confirm. Over. Foxhead, you are clear for tunnel sector. Over. Roger that. Это я. Здесь безопасно, ты можешь снять маску.
Что это за место? Это то самое место. Это то самое место, куда ты должен был прийти. Это именно здесь. Осталось вернуть свиток. Что тут произошло? Помнишь, я рассказывал тебе? Еще тогда Рим пошел путем противоположным Иерусалиму и тому, что сказано в свитках. Вся современная цивилизация – это результат римского пути. Рим дал начало современной Европе. Америка полностью скопировала римскую систему. Но это тупиковый путь. История заканчивается, Макс. Страшная, мучительная история человечества подходит к концу. А ведь могли жить по-другому. Счастливо жить. Верни свиток. Ты последний. Все ждут только тебя. Милый. Тебе специально подбрасывают эту приманку, чтобы сбить тебя с толку. Пойдем домой. Макс, ее не существует. Макс, на кого ты смотришь? Ты все еще видишь этого доктора? Макс, лечение окончено, он тебе больше не нужен. Оставь его. Макс, верни свиток на место. За что все это мне? За какие такие грехи я должен был испытать все эти муки? Кровь! Смерти! В чем смысл всего этого? Нет никакого смысла и никакой логики. И оправдания всему этому нет. Я ничего не понял и ничего не научился. Не осталось ничего, кроме боли. Ты очень изменился. Заткнись! Ты только этого не чувствуешь. Я не хочу ничего чувствовать. У меня внутри все болит. Не хочу чувствовать. Это галлюцинация, его не существует. Не слушай ее. Ты должен от него оторваться. Не делай старых ошибок, Макс. Ты уже был здесь, именно в этой точке, дойдя почти до самого конца. Макс, ты нам нужен. Послушай меня, это ловушка. Будь сильнее. Макс, вернись домой. Ты мне говорил, что это сон. Говорил? Значит, ты мне тоже снишься? Снишься? И этот свиток тоже сон. Он мне тоже снится. Поэтому в этом сне я выбираю не тебя. Да пойми же ты! Ну и что ты сделал? Пришел в себя. Позволь взглянуть на твою ранку. Откуда я тебя знаю? Может быть, из прошлой жизни, а? Кэнь,
מה, זה יהיה בחדשות? כן, הטלוויזיה שלי פתוחה פה, בטח. טוב. אוקיי. Millennium. At an archaeological dig in Jerusalem, an ancient scroll has been discovered that is thought to be the missing link of one of the most mysterious pieces of writing in the history of humankind. According to scientific findings, the scroll contains a code that will enable us to decipher the secret meaning of the Book of Zohar. In this very cave, German and Israeli archaeologists have discovered what they believe to be one of the most extraordinary pieces of writing of the ancient world. Dating back to the 2nd century AD, this scroll sheds light on one of the most frequently asked questions of our time. What is the purpose of our existence? Dank dieser Schriftrolle, die wir gefunden haben, this scroll speaks of our primordial state as being similar to that of an embryo in a mother's womb. Because it was incapable of sensing the perfection in which it existed, it had to be split up into myriad pieces. According to the Book of Zohar, we have already reached the maximum splitting point. The spring is stretched out to the max, and we are now undergoing the reverse process of reassembly. By returning to their source, these parts continuously acquire new sensory organs as compared to the primordial embryo. Inside this unity, each part perceives its perfection from more than just its individual viewpoint. It also perceives it through the other parts with which it has established this bond. The end result is billions of times greater than the initial sensation, and herein lies the aim of the initial design, to bring us to the same level as a perfection which we were originally unable to perceive. Nicht wahrgenommen haben.
Qu'est-ce que tu entends? Mon ami,